Приветствую всех на своем канале. Сегодня такой короткий обзорчик монеты последнего номинала из годовой линейки оборотной нашей российской. 1 рубль 2022 года попался мне вот в обороте у меня в регионе. Конец августа. Я думаю, что уже в большинстве регионов рубли с годом 2022 уже есть. Практически у всех, наверное, в коллекциях уже есть. Ну и, собственно, вот из оборота выловил его и я. По штемпелю, как и все рубли, которые люди до этого находили, 22 года, 3.25 штемпель. Тут тот штемпель, который появился у нас, дай бог памяти, по-моему, в 2020 или 21-м. Да, в 21-м, по-моему, да. Вот. Выраженные, хорошо прочеканенные детали, как мы видим. Здесь листья слева касаются на границе канта. И так называемый вот этот вот бутон в виде такого парашюта раскрытого. Это один из признаков было тогда еще, как только они появились. Ну, вот хорошо прочеканенные вот эти вот линии на листиках. Это тогда, когда только искали разновидность, это среди других штемпелей, там когда был штемпель 3.42 и штемпель 3.3, появился вот этот вот 3.25. Реплика, как говорят, реверса питерского монетного двора, который уже много лет, как мы знаем, массовых монет не чеканит. Ни рублей, ни двушек, ни пятаков, ни, собственно, ничего. Вот. Ну, по аверсу здесь пока еще, насколько мне известно, разновидности не выделено. Ну и, собственно, и по реверсу тоже пока только найден 3.25, именно в 2022 году. Так что будем искать штемпель 3.3, там и прочие 3.42, если будет в переборах. Может быть, и бывает и такое, что незначительное количество было отчеканено, и потом попозже появляется уже, находит нумизматы в мешках там или в обороте. Бывают и такие моменты. Ну, скорее всего, все-таки процентов 90, что будет, видимо, все-таки одна эта разновидность по реверсу, в частности, а по аверсу также время покажет, может быть, что-то будет, какие-то еще изменения. Прогнозировалось изначально, что тиражи монет обиходных в 2022 году будут больше, чем в предыдущие несколько лет, но тут уже всплывают всевозможные подводные камни. Сейчас уже появилась информация о том, что будет печатать бумажные 5-рублевые, 10-рублевые купюры более массово, чем чеканить, в принципе, монеты. Видимо, какие-то есть сложности в изготовлении в связи с сложившейся политической и экономической ситуацией. Возможно, что монет много не будет. Время покажет, как говорится, посмотрим. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на каналы, на YouTube и на Яндекс.Дзен. Пишите комментарии, все ли положили себе в коллекции рубли 22 года. Может быть, кто-то нашел другую разновидность, которая еще в каталоге не описана. Тоже такое бывает, еще раз повторюсь. Все это делают живые люди, нумизматы, которые находят и потом уже это все в каталоге включают. Никто за нас это не делает, как говорится. Вся линейка 22 года в обороте выловлена. Отчет делаю, так сказать, в моем регионе. Все монеты есть. Посмотрим, что в мешках. Сейчас копаю 50 копеек. Перебираю, вернее. Закончу перебор, сделаю подробный обзор. Там много пополнений в коллекцию, потому что коллекция у меня по 50 копейкам, когда так получилось, достаточно скромная. Массово я не перебирал. А с мешка там вышло много монет. В сохране рядовых поменяю то, что есть, и попались несколько нечастых, тех, которых не было. Сделаю обзор по 50 копейкам,
А потом уже возьму рубли, как раз уже, думаю, в сентябре, рубли у себя также в городе, в банке. И посмотрим, что там в Сбере, так сказать. Спасибо всем за внимание. Еще раз подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.